Всем привет, с вами снова Филранос. Мы продолжаем проходить исторические сражения в Age of Empires 3 Definitive Edition. Сегодня у нас клич из Долореса, 1810 год, цивилизация мексиканцы, главный герой мексиканские революционеры, враждебная цивилизация испанцы. Реформы бурбонов усилили власть испанских элит, ограничив власть церкви, что привело к недовольству сельского населения Мексики. Когда до Америки дошли новости о завоевании Испании Наполеоном Бонапартом, слова католического священника зажгли пламя революции. Поехали. Звучит обычненько, мне кажется, сегодня ничего интересного не будет. Ты чё? Дети мои, испанцы правят нами, но правят несправедливо. Нужно действовать немедленно. Мы должны защитить свои права и прогнать испанцев с наших земель. Судя по юнитам, которых нам дают, у нас говнище полное. К оружию, мы принесем смерть нашим врагам. Нам нужны такие энергичные люди. Отправляйся, освободи города к северу от реки Лоха. Я сначала что-то прочитал. Лёха, думаю, ничего себе. Ладно. И у нас нихуя нет. Освободите город, чтобы взять под контроль его постройки. Короче, нужно снести вот это все. Я понял. Тут мексиканские челики. Тут тоже ок. Так, времени у нас нет. Погнали, либерта. Так, это ресурс. Блин, мне бы солдат усилить. Солдат говнище же. Амин. Амин. Так, есть хилочка, этого нет. Ни хрена нет. Только усмирение получается. Ну окей, ребята не такие тонные, как я думал. Скорость атаки приятная, слушайте. Так, но этих не работает, окей. А ты куда поехал? Не, ты тоже огребешь. Так, хорошо, у нас появились крестьяне, асьенда. Упарываемся в бабло. Так, можно призвать инсургентов. Сила атаки, скорость передвижения, инсургент. Давайте инсургентов качнем. Нам нужно, чтобы они быстрые были. Прям пиздец. Чё? Ниже по течению. Еще два города. Этот освободили эти ребята. Тут вообще с этим. Угу. Так, у героев увеличивается сила атаки, запас здоровья. Другой нам можно задавать. Окей, это чё? Технологии сбора обходятся дешевле. Вот это я бы качнул. И следующий, наверное, закажем, чтобы быстрее... Да. Чтобы быстрее солдат строились. Ну да, это нам надо. Так, братан. Давай организуем нам вот это. Опять же, я говорю, времени у нас не тикает. Я бы хотел нормальную экономику выстроить первым делом. В
этих пока дорого, я бы обычных стрелков сделал. Хотя они, блядь, тоже дорогие. Есть вообще бандосы, есть канониры, но канониры, я помню, мне не очень зашли, когда я их тестил. Так, здесь есть дерево. Пятерку. Нормально. Так, четвертый век. Бесплатные инсургенты нам нужны. Усмирение против врагов. Ну, короче, чистая игра за Испанию, можно сказать. Ага. Опыт за потерянных юнитов и коллекция книг. Вот мы на все и потратились. И чтоб быстрее войска строились. Так, в принципе, нам пока достаточно того, что здесь будет хавка собираться. Угу, надо было домиков-то побольше построить. Ну ладно. Это не так критично. Так, овцы мне пока не нужны. Я бы лучше забил чисто поселенцами. Всю двадцаточку. А, у нас и золото за что-то капает просто так. Неплохо. А чё я качну... А, быстрее, чтоб хавчик собирался. Так, здесь армия большая. Да не очень-то. Вопрос, справится ли с конницей ребята. Ну, у вас много, я на вас карточку даже взял. Плюс есть стрелки. Мне что-то кажется, мушкетеры это мне не помешают. А это что? Рынок. А украдите запас пищи у испанцев. Давайте еще пятюню добавим. И вот так. Так, давай-ка еще хату. У нас больше ни хера нет, да? А чё, может мне вообще не играть, типа? Зеленый тут ебашит, я смотрю. Не, братан, иди сюда. Ламорос. Иди сюда. Так, еще одна крестьянка сейчас вылезет. И у нас предел. Ну, все нормально, еда капает. Поехали. Заблудившийся пес мне не сильно нужен. Поехали. Кидай. Хорош. Так, золотой рудник или еще восставших крестьян накинем. We shall follow you. Почему бы и нет? Так, вас тут давайте на золото ебашить. Так, все поставки сюда. О, отлично. Еще ребят подъехали. Сейчас у них и рынок отожмем. Блять, как жалко, здесь нет оклика. Так, падре. Ага.
Я еще не откатилась, да? Ну, я бы не сказал, что инсургент такой уж и говно, слушайте. Я что-то, я думаю, это полное днище, а они хороши. У них скорость атаки, я смотрю, нехилая. Так, чё нам надо-то? Навек, может, попробовать перейти. Так, вы давайте к дереву вырубайте. Почему бы и нет? Так, здесь есть еще кава. Блин, нужна ли мне эта кава? Мне кажется, не нужна. Атакуют. Погнали. Так, ребят, мне кажется, добежите быстрее своим ходом. Так, Сонора. Вот это, по-моему, интересная штука. До ветеранов. Прибывает быстро, быстрее. Добывает ресурсы, отлично. Да? Так, ну здесь, я так понимаю, уже надо попотеть, да? Да. И хорошенечко попотеть надо. Рукой сесть, я чуть не помню. Охуеть, это чё, блядь, испанская армия типа решила пойти? Лос-Анджелес me han regresado a la vida. Теремся. Все, пусть городской их теперь отстреливает. Так, тут сейчас будет кава. Это правда мушкетера, но похуй. Вот это не мушкетер, вот этих точно перережем. Давайте, 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 вырезаем все. А че, они пришли, блять, и ушли? Ну хорошо. Так, этим, я так понимаю, вы уже не втащите, наверное, да? Да, мушкетеры херово рассыпаются. ¿Quién busca salvación? En el no que así sea. Sí, gran. Hola. Так, овцы, вы сюда. Sí, sí.
Вы тут соберите. Чё еще, чё еще, это чё? У артиллерии улучшается атака. У инсургентов улучшается... О! О, неплохо! Зарешали, но только там, бля, подкреп идет, нам пизда. Ой, блядь, еще и пушка приехала. Этот город, походу, я сейчас проебу. Украдите запас пищи у испанцев. А, сюда надо крестьян закинуть. Ну-ка, погнали. Так, и здесь надо накопить пачку. Так, городу пизда. Топим отсюда нахер. У нас здесь есть рудники. И все остальное. Так, хорошо. А, древесина у нас есть. А, чтобы быстрее рабочие, улучшается Эльтьяадоров до ветеранов. Это вы? Нет, это вот эти. Ну хорошо, вас тоже можно нахерачить немного. Халявный грейд один всего лишь 200-200, отличная карточка, слушайте. Нахуй город. Так, еды сейчас будет дохера, золото тоже должно быть дохера. Давайте вас на золото пока врубим. Так, и... Текс. Предел. И у нас предел. Так, нам еще кава нужна. Си. Так, братишка совсем справился. Я нет. Не, ну мы же освободили город, правильно. Все, какие к нам вопросы. Вот хуево, что там эта пачка сейчас на нас дальше двинет. Вот это да. Да, ребятки, лимит нужен, пиздец. Кровь из носа. Пошла жара. Так, вы пушку прейте, а то мы без пехотуры останемся. Давайте. Пайте, пацаны, тяпками, блядь, пиздец. Пиздец, блядь, ватный ехал, хуею. Пронесли. Си. А вон серебро есть. Будет вам си. Да нахуй забейте, блять, пол.
Лови пушку. Съебывает, сука. Хорошо. Так. А, не успел. Молясь. Так, еды у нас нет, но зато у нас есть что? Правильно. У нас есть дохуя золото. Горцы бандито. Давайте бандито нахерачим. И апгрейд. Так, следующий век нам должны дать завод. Оля. Так, вы на дерево. Кто еще филонит? Вы тоже на дерево. Па-па-пам. Дерево. Сюда лечим. У нас есть кава. Сейчас еще увеличим предел. Так, тиммейт уже к нам на помощь, так понимаю, выдвинулся, да? Ну, в принципе, пусть идет. Vamos. Строй. Так, эти сейчас у нас древесинку соберут. Будет у нас счастье. Больше ящиков с опытом. Хорошо. А что на четвертые века у нас дают? Повозка форта. Ксень быстрее собирает древесину. Неплохо. Такое. Вот это сладенько. Но я, наверное, в чиуауа вот это вот сыграю. Поехали. Си. ¿Cuál es la orden? Конструктора. 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 Так, а нас вроде дальше не прессует, но здесь, блядь, две тяжелых пушки. Отстой. Нам нужны вот эти ребята, наверное, пушечки выкашивать. Или артиллерия. Вы чё, всё, типа? А тут больше рудниками и не пахнет. Не, ну есть еще один, но он маленький. Давайте-ка сюда асьенду влепим. Так, ты сюда. Сейчас организуем. Так, иди здесь все собирать. Артиллерийский зал. Понято, принято. Мы без пушки ебашим. Наносит осадный урон. Бля, я лучше пушкам обрадовался, конечно. Давайте вот этого буду. Так, сейчас закажем форт. И следом, чтобы лес быстрее качали. Так, ну давайте на золото. Здесь никого нет? Вроде никого. Окей. Я вот думаю, может вот этими бичами побегать, посмотреть, что у нас еще по на карте имеется. Так, заказываем форт. Просто форт сейчас где-нибудь влепим.
Если что, из него достроим подкрепы. Дерево рубим. А донде нос дирижи? Си! Вива Мехико! Си! Вайдамо! Вива Мехико! Си! Вива Мехико! Вайдамонос! Вива Мехико! Си! Вива Мехико! Вайдамонос! О! Есть апачи! Вива Мехико! Блин, нам толк с этих апачей. Hola, amén. Давайте-ка сюда. Где был город, мы сейчас форт захерачим. Сюда золото ковырять. Так, грейдов не хватает, но есть пятый век. Ага. Штат Мехико. Две тяжелые пушки, 15 сальдады, 10 чинако. Юниты имеют дополнительные кто что. О май баму. Все, сейчас по воздуху порт проебал. Это проебал. Давайте, ребята. Не знаю, чего втроем сделаете, но хотя бы покойте их. Раз, пока они отступают. Вырезаем. Хорошо, не вырезаем. Не знаю, почему он отступил. Я проебывал на две головы, наверное. Так. Ну, зато теперь у нас вся армия, в принципе, выглядит воинственно. Что такое? Где? Форт построен? Опа, а вот и пушки. Конец. Так, здесь гребем опыт. Так, и ты иди лечи. Всех. Так, здесь еще есть серебро. Сейчас тоже ковырнем. Так, века. Сражаясь рядом с фортами, пехота всадник получает бонус к атаке. Запас прочности постройки увеличен, они возможно быстрее воссоединение приносят деньги, а не опыт. Форты быстрее создают юниты. Радиус фортов увеличен, способность открывать другие постройки. Либо мы повызовем пачку армии и улучшим солдат. Давайте лучше улучшимся. Мне кажется, если вот на форты работать, да, у нас же там нет бесконечных фортов. Нету. Строить форты мы тоже не можем. То есть я один форт проебываю, что я вот за него буду бонусы временно получать. Так у нас хотя бы будет пачка приятная. Идите сюда. Это что такое? Бля, вернулся, смотри. Давайте в порту. Пусть форт тоже постреляет. Оглушай. Батя отъехал. Так, там сейчас призыв у нас появится. Две тяжелых пушки будет. Давайте-ка немножечко кавы. Ля, наебучи. А мы тоже так умеем. О, пидор. Не-не-не-не-не, на моих условиях сражаемся, братан. Опа! Куда ты побежал? Давай, с кавалерией посражаемся. А что за хуйня?
Hola, en el nombre del padre. Не понял, а почему не вызывается? Отправка стоит 3 поста. Ёпта, 3 очка. Не, ну армия, конечно, приятная. Ну, окей, давайте копить. Чё, нет? Здесь нигде опыт не валяется, халявный. Чё, тиммейт? О, бля, тиммейт тут уже форт ебашит. Так, качнем тут. И притащим пацанчиков вот отсюда. Ага, поставки копим. Может было бы, конечно, еще завод поставить, но ладно. Команданте? Кен буска сальвасион? Что там с охрана? Блять, пушки. Блин, я тоже хочу пушки. Можешь забить хер и своих построить. Давайте завод поставим. Это наш козырь будет, если вдруг проебем. А здесь сейчас пару пушек и все, и в атаку. Может пока эти палатки прожечь. Abajo con los opresores. Hola, que así amén. En el amén, en el nombre del Padre. Да, great, пипец, быстрый. Так, завод. Завод, завод. Это что у нас? Опыт. Отлично. Соскребаем. В принципе, мне кажется, можно попробовать чекнуть всех на золото и накопить оставшихся ребят чисто... Горцы или вот эти. Бандит с пистолетом. Давайте бандитов с пистолетом закажем. Почему бы и нет? Идите сюда. Сейчас здесь я с Йенду замутим. Так, ну-ка я в три пушки. И вот эти челики. О, эти мгновенно строятся даже. Прикольно. Интересно, кстати, а если играть за Мексику, играть чисто в добычу золота, можно отбивать русских, у которых с такой же скоростью появляются солдаты? Мне кажется, бандиты неплохие, тем более у них там, по-моему, граната есть, да? Да, они динамит кидают, который наносит урон по области. Интересно. Так, не-не-не-не-не-не-не, вы на Асьенду, то я сейчас про вас забуду. Я же склерозник. Так, ну что, погнали. Давайте здесь сейчас пушечки развернем. Все застряли, каев. Меня вот эти пушки напрягают только. Vaya adelante.
los opresores. Oh, 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 oh. Хотите немножечко помочь, пушечки? Сюда. Так, вы шмаляете в ту сторону. В эту. Бабай свою хуйню. Ну, псаран. Вот это я хочу. И построю эту херню, сейчас мы еще пачку армии вызовем. Блять, что дерево так долго капает? Серьезно? Точно надо будет следом сейчас за армией и карточку брать на древесину. Сьенда готова. У нас всякий случай еду тоже будем ковырять. Так, а вы на золоте. Так, и тут тиммейт приехал. Каев. Поехали. Нас много. Вива революция. Плюс мы отсюда можем этих чуваков поставить. Помчали. Куда ты попадаешь-то, братан? А, понял. Понял, принял. Отлично, правильно, иди на убой. Все верно. Шмаляй. Ой, темный их зашевелилось. Ля. Ой, их тут много. Ну ладно, у нас позиция зато хорошая. У нас пушки сзади наяривают. Сейчас перестреляем. Ой, не то. Сорян. Топим сюда. Так, пушки целые. Сносим форт. Добавить бы пехоту еще. Хотя нахуй нам пехота. Хе-хе-хе.
Вот сюда, пожалуйста, сразу. Ой, бля, пушка развалилась. Падре. Ты чё, блядь, творишь ты, ебанат? Беги, придурок! Отъехал, падре, я понял. Так, а вот и наша пачка, на которой я все это копил. Так, тут сносим городской. Вы в ближней. Вы страхуете. Вы наяриваете. Падре сейчас встанет, еще лечить будет. А, он уже встал. Хорош. О, еще и тиммейт. Отлично. Держим позиции. Так, тяжелым пушкой все здесь разваливаем. Начнем артиллерию. Что-то как-то легко. Единки только напряг был. Я думал, город потеряю второй. Восстание началось крайне успешно, когда революционеры выдвинулись из Долорес Гарамбли и Толуки. С каждой победой все больше мексиканцев переходило на сторону революции, пока численность их армии достигла 100 тысяч человек. Однако их наступление замедлилось после битвы Монте де лас Крусес. По неизвестным причинам командующие армии решили двинуться на север к озеру, не блять, даже читать, а не осаждать Мехико. Солдаты были недовольны этим решением, что привело к повальному дезертирству. В результате от армии революционеров осталась лишь малая часть. Испанцы преследовали революционеров до реки Кальдерон, где профессиональные испанские солдаты разбили оставшихся недисциплинированных и бобовых вооруженных оппонентов. Вскоре после этого многие лидеры движения, включая старого харизматичного священника, попали в плен и были казнены. Действия священника оставили яркий след в сердцах жителей Новой Испании. Его наследие толкало людей на борьбу с испанцами, пока Мексика наконец не стала независимой. Понял, принял. Так, ну все, отлично, еще одно прошли, еще одна у нас с вами через недельку. Это будет битва на Куинстонских высотах, 1812. Отлично, не одни мы развлекались в этот год. Но это будет через недельку. А сейчас с вами был Филранес, всем пока и до новых встреч.